Депутаты Магаданской городской думы рассмотрели вопрос об исполнении бюджета Магадана за 2020 год. Документ представлен по доходам в сумме почти 8 миллиардов рублей, по расходам 8 миллиардов, с дефицитом в почти 29 миллионов рублей. Кроме того, рассмотрели проект о внесении изменений в решение городской думы о введении земельного налога на территории Магадана. Также парламентарии заслушали отчет о работе контрольной палаты в первом квартале 2021 года и информацию Комитета финансов мэрии Магадана о состоянии кредиторской задолженности муниципалитета. Она составляет 724 миллиона рублей.